Всем еще раз добрый день, этот пасмурный, дождливый денек. Я направляюсь на стадион. Да, вы не ослышались, меня попросили показать стадион. Честно говоря, я немножечко даже затрудняюсь, что вам показывать на стадионе. Так как там показывать-то особо-то и нечего. Прежде всего, стадион, насколько я знаю, это частное строение. Собственник его находится в США. И, если я не ошибаюсь, конечно, наши местные власти там что-то там судятся, борются за то, чтобы его вернули народу. Так как, я так понимаю, в 90-е его героически продали. У нас здесь все продавали. Поэтому и стадион. Если аэродромы продавали, то чего же уж стадион-то не продать-то? Это же святое дело продать стадион-то. В принципе, слева сейчас от меня находится этот стадион. Есть одно небольшое но. Данный стадион действительно, как и написано на каждой из этих бетонных плит, охраняется собачками. И собачки, я вам скажу, такие серьезненькие. Я видел их за заборчиком, даже вам показывал. Собачки такие, ого-го, сожрут, и фамилии, как говорится, не спросят. Да и территория закрыта, если честно, как вы понимаете. Поэтому, что смогу, то покажу. Идемте. Итак, я отправляюсь к стадиону. Вот то, о чем я говорил. Что вам показывать? О, стадион. Точно, ну там вроде было, были бетонные эти фиговины пониже, поэтому, возможно, у меня будет такая возможность показать вам его получше. Да, о, они играют в футбол, эти волки. Да, вон там ребята и такие собачки, видите, с пол. Пол дяди или пол тети, я не знаю, что там, кто там. Вот как бы этот стадион. Я не могу сказать, что он супер-пупер-мупер, но какой есть. Я думаю, эти старки со своими волками, ну, это для тех, кто смотрел фильм «Игра престолов», отдыхают. Эти собачки легко съедят любого волка, да и старка тоже. Ладно, я попробую забраться вот на тот вот переходик, и там сверху покажу вам стадион, насколько это возможно. Тут вот, я знаю, дядьки играли в городки, но опять же мне тяжело вам показать, тут все затянуто сеткой. Домашняя кухня Дольче Вита. Не забыта первая любовь. Помню песню такую. Я поднимаюсь наверх. И вот он, ваш стадион. Кстати, там он еще он всякие катера. Стоят вот эта территория для городков. Вон те он волки с волкодавами. Что показать вам еще, я даже не знаю. Место отличное. Я думаю, тут бы с радостью какой-нибудь гостиничный комплекс построили. А то и здоровый какой-нибудь санаторий такой, не знаю. Нифига себе, там волки конкретные, конечно. Море рядом. Все рядом. Травка на стадионе зеленая. Больше сказать вам ничего не могу. Поэтому отправляюсь куда-нибудь. Я уже чувствую, что у меня сейчас
Скат, если ты не пойдешь сейчас на улицу Ушакова, то тебе кранты. Мы не будем на тебя смотреть никогда в жизни. Отпишемся и скажем, чтобы никто на тебя никогда не подписывался. А нам не надо? Нет, конечно. Поэтому я пойду на улицу Ушакова. Знаю. Мир жесток. Да, сегодня скажете, да, хорошее видео, спасибо, спасибо. Ты не пошел на улицу Ушакова. Все. Мария будет в первых рядах. Точно. Скажет, все хорошо. Видео хорошее, классно, показал все. Рассказал. Болтал, не умолкая. А вот мой домик не показал. И напишет мне опять. Уйди с Ютуба, не будет тебе удачи. Ладно, шучу. Так, ну мы направляемся на улицу Ушакова. У многих о ней положительные воспоминания. Многие по ней скучают. Многие должны были уже приехать, наверное. Или еще некоторых это получится. Точнее, нет, лучше не так сформулирую. У некоторых только не получилось это сделать вот в то время, когда они хотят. Но получится в будущем. Вот. Непременно. Надо настраиваться на хорошее. Идемте, 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 идемте. Лужи. Неотъемлемый атрибут этого здания вот. Форта Боярд по улице Ушакова 16, оно же Олимп. Я не знаю, возможно, внутри там есть какая-то такая, знаете, мне напоминает царские такие, типа дворцов, внутренний дворик такой прямоугольный, и там маршируют бойцы какие-нибудь, либо гвардии какой-нибудь. Не знаю, почему-то у меня такое впечатление. Что мы тут наблюдаем? Тут вот зарыли, заасфальтировали, канализацию делали, то ли воду. Сейчас мы почитаем по люкам. Мимоза уже все. Отцвела уже давно хризантема в саду, как говорится. Чирикают воробьи. Гнездо уазиков, я всегда это называю место. Тут их вот 4. И все разные. Вот. Так, вот улица 17, 15. Ох, блин, сейчас я, момент, мне все нормально. Так, что я вам еще? 15, 17. Домик я что-то проскочил, мне как раз смс-ка пришла. Мимоза. Ну и вся улица Ушакова. В принципе, показывать вам уже нечего. Вы все знаете и так. Вы ее лучше меня знаете. Там что-то делают. Досточки чистят. Значит, скоро будет красота. Ох, как красиво сделано. Видите, все будет по-красивому, все новому. Деревяшечки, цветочки. Вот красиво. Цветочки, смотрите. А, я уже показывал даже. Бархатцы в пенечке. Здорово придумано. Кстати, мне очень нравится. Вот это вот молодцы. Ну как мне показать такую красоту, а? А у меня мхи и лишайники на башне не прирастаются. Почему-то. Ну, чирикают птички, живописная маленькая улочка. Я думал, здесь сделают нормальный асфальт, красиво, тут ограничились только тем, что противотанковый ров вырыли, да и бросили все. Ну, заасфальтировали, слава богу. И то хорошо, и на том спасибо.
Так, значит, это была канализация. Так, ну, кстати, если я иду по улице Ушакова, значит, скоро попросят снять улицу Нахимова. О, смотрите, вот она. Ну все, у них тут, видимо, гнездо. Их тут две летают, что-то каркают, как бы, ох, тут не две. А, у них птенец, он убежал, смотрите, вот они, наверное, еще и волнуются-то. Он летать-то не умеет. Видите, родители суетятся. Не научили, он как этот, курица какая-то. Только прыгает, я не буду вас обижать, не волнуйтесь. Родители, слышите? Кар-да-кар, вот они. Ты куда их полез? Из гнезда от родительского. Я не буду, не волнуйтесь. Видите? И папа, и мама чирикают, кар-кар. А он уже здоровый такой. На суп пойдет. А летать-то еще не умеет. Что ж ты выпрыгнул из гнезда-то? Вот как им помочь? Фиг его знает. В гнездо-то я его не посажу. Я же не знаю даже, где гнездо этой. У ентового воробья. О, пытается. Пытается взлететь. Чуть-чуть у него это получается. Но пока он какой-то куриц. А он родители. Я сожалею, что не надеваю памперс. Да. Вот именно сейчас. Ох, там волк идет, как бы он не сожрал бы ты. Волк, иди оттуда. Он тебе ничего не сделает. Иди, волк, иди гуляй. О, молодец.